שבת שלום שוב פעם וברוכים הבאים כולם. Еще раз שבת שלום, סימי, добро пожаловать. כפי שאתם רואים היום, אני חוזר עוד פעם, יהיה פה עברית ורוסית מהבמה. Еще раз хочу повторить, что сегодня будет перевод на русский язык со сцены. אז לטובת דוברי האנגלית, אני אגיד עכשיו, for the English speakers, you all need headsets for the translation. Thank you. היום תהיה אספה מיוחדת. У нас сегодня будет особенное собрание. יהיו לנו יותר עדויות מהרגיל. У нас сегодня будет больше свидетельств, чем обычно. ונראה כמה זמן נשאר למסר, אז נקצר את המסר. Будет видно, сколько времени останется на проповедь, и мы укоротим время проповеди. ואנחנו שמחים שנמצא איתנו רואה קהילה ליאוניד. Мы рады, что сегодня среди нас находится пастор Леонид. הוא הגיע אלינו מאוקראינה. Он приехал с Украины. И что? И его жена находится вместе с ним. Ирина. Ирина. Его жена Ирина с нами. Ирина. ברוכה הבא, Ирина. Добро пожаловать, Ирина. ואומר שזה שהוא נמצא פה זה נס. Он сказал, что то, что он находится здесь, это является чудом. כשהם יצאו, כשהוא יצא, באותו יום נורו, לא זוכר כמה טילים הוא אמר. 15 טילים על העיר שלהם. Он сказал, что в день их выезда на их город упало 15 ракет. ואז הוא אומר, זה נס שהוא נמצא פה. Он говорит, что сегодня это чудо, что он находится вместе с нами. והיום ביקשנו גם ממנו שיחלק על מה שקורה שם. Мы попросили, чтобы он поделился тем, что происходит там. אבל יהיו לנו עוד עדויות נוספות. Но также у нас будут еще другие свидетельства. נתחיל אז עכשיו בתפילה. И мы начнем с молитвы. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך על יום שבת. Господь наш и Царь наш, мы благодарим Тебя за этот субботний день. Тогда же אנחנו יכולים להתאסף פה. Спасибо, что сегодня мы можем собраться здесь. אנחנו מזמינים את הנוכחות שלך. И мы приглашаем Твое присутствие. ומבקשים שתדבר ללב של כל אחד מאיתנו. И мы молимся, чтобы Ты говорил сегодня к сердцу каждого из нас. מלא אותנו ברוח קודשך. Наполни нас Духом Святым. אדון, אנחנו מתפללים שתיתן לנו אוזניים לשמוע. Господь, мы просим, дай нам уши слышащие. Лев патуах. И сердце открытое. Лев של אדמה טובה. Сердце доброй почвы. שמקבלת את הזרע הטוב של דברך. Которое принимает доброе семя Твоего Слова. אנחנו רוצים לעשות פרי טוב לכבוד שלך. Мы хотим принести добрый плод для Твоей славы. אז תפעל את הפעולה שלך גם היום. Мы просим, чтобы сегодня Ты произвел Твое действие. ברך את כל מי שיחלק היום פה עדויות. Благослови каждого, кто сегодня будет делиться свидетельством. אנחנו מבקשים את זה בשם ישוע. Мы просим об этом во имя Иисуса. И для славы Твоей, наш Небесный Отец. Аминь. Аминь. בואו נעלה את האדון. בואו נעלה את האדון. שבת שלום, אחים ואחיות. שמח לראות אתכם, שמח להיות כאן. מקווה שכולם שמחים ונעלה את האדון ביחד. בשביל זה אנחנו באים היום. יש הזדמנות נוספת להלל ביחד. אפשר גם לקום מי שרוצה. Yeah.
אנחנו דורשים ישוע בשמך, את ישועת, ישועת עמך, תפתח את העיניים והאוזניים הרוחניות לאלה שמנהיגים, לעם שלך. Bano la Eloheinu
Спасибо тебе, Святой Господь, что ты избрал нас, что ты пожертвовал твоим Сыном, чтобы покрыть наши грехи. Спасибо, что ты призвал нас в твое небесное. Спасибо, что ты оправдал нас в крови Иисуса. תודה אדון שאתה הולך איתנו גם היום. Спасибо, что Господи, ты идешь с нами и сегодня. Рух Элохим Хаим. Дух Бога живого. אנחנו מודים לך. Мы благодарим тебя. אנחנו רוצים אותך. Мы желаем тебя. אנחנו אוהבים אותך. Мы любим тебя. בוא ותמלא את הלב שלנו. Приди и наполни наше сердце. צלח עלינו הבוקר הזה. Излейся на нас в это утро. אנחנו זקוקים לך. Мы нуждаемся в тебе. אנחנו לא יכולים בלעדיך. Мы не можем без тебя. אתה המורה שלנו. Ты наш пастырь. אתה המנחם שלנו. אתה המדריך שלנו. Ты направляешь нас. אתה מזכיר לנו את דבר אדוני. Ты напоминаешь нам слово. אנחנו זקוקים לך. Мы нуждаемся в тебе. לגבורה שלך. В твоей силе. תחזק את האמונה שלנו. Укрепи нашу веру. כדי שנוכל להאיר את האור שלך בעולם החשוך הזה. Чтобы мы могли светить твоим светом в этом темном мире. בנה את מלכותך בתוכנו. Созидай твое царство в нас. גם היום הזה. И сегодня, в этот день, мы просим об этом во имя Иисуса нашего Господа.
И в особенности мы просим, спаси наш народ. Мы принадлежим Тебе. Твое имя, оно наречено на нас. Спаси нас, как Ты обещал, ради Твоего святого имени. Прости нам наши грехи. Как народу. Прости нас, Отец. Ты Бог милостивый. Бог милости и благодати. Ради Твоего святого имени. Прости нас. Очисти нас. Извлеки каменное сердце и дай нам сердце плотяное, которое принадлежит Тебе, которая пойдет по Твоим путям. Спасибо, что Ты верный, чтобы это сделать. Потому что Ты обещал это сделать. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Еще раз шаббат шалом всем. И как я сказал, что сегодня у нас будет особенное собрание. У нас сегодня есть свидетельство. И мы начнем со свидетельства брата Чарльза. Чарльз היה חבר קהילה לאלה של לחדשים שלא יודעים את זה. Чарльз, он был членом этой общины. Я это говорю для тех, кто здесь новый. מתי יצאת מפה? When did you leave here? I left in we left in 96. We were here from April 82 before we had Peniel. Еще в прошлом веке оставил это собрание. Мизман. Давно. אני ביקשתי מצ'ארלס לחלק עדות. И я попросил Чарльза поделиться свидетельством. Чарльз היום what are you? I'm the CEO of MegaVoice. הוא המנכ"ל של MegaVoice. Чарльз сегодня является генеральным директором фирмы MegaVoice. ו-MegaVoice זה כלי, כפי שכבר חלקכם שמעתם, שאדון משתמש בו כדי להפיץ את הבשורה בעולם. Как многие из вас знают, что вот этот вот прибор, как это правильно назвать, то, что производит MegaVoice, он помогает распространять Слово Божие во всем мире. Эта фирма находится и здесь, в Твери, и также в других местах по всему миру. И Господь производит великие действия. Я попросил Чарльза поделиться сегодня свидетельством. У нас будет перевод на три языка. I have to begin by saying shalom. אני צריך להתחיל להגיד שלום. Прежде всего я хочу поприветствовать вас. Because my children laugh because whenever I speak in public about MegaVoice, I always make an Israeli connection, so I say shalom. So I had to say that for them, okay? אז עבור הילדים שלי שאולי צופים בנו, יצפו בנו, אני תמיד כשאני מדבר על MegaVoice, אני תמיד קושר את זה לישראל ואומר שלום, לא משנה איפה אני מדבר בעולם. Он говорит, что всякий раз, когда он говорит про MegaVoice, он всегда это связывает именно с Израилем, а не с какой-то другой точкой в мире. So greetings from Judy and our children and especially Margie. I have to give greetings first. אז ברכות, דרישת שלום מג'ודי, אשתו ממרג'י, אשתו של קן קרול שהתחיל את MegaVoice ומהילדים שלהם. Прежде всего он передает привет от своей жены Джуди и также от Марджи, которая была женой Кена и которые были связаны с MegaVoice. We're very thankful for the many years that we lived in Israel. And it still is a big part of our lives today. ואנחנו מאוד אסירי תודה על שנים ארוכות שגרנו בישראל, וזה עדיין חלק גדול מהחיים שלנו היום. Мы благодарны за тот период, когда мы жили в Израиле, за те годы, которые мы прожили здесь, и мы очень вспоминаем эти годы. So I'd like to share with you a little bit about MegaVoice. On the one hand, I can talk about the little talking Bible. On the other hand, I can talk about our organization and what we do. אז אני רוצה לדבר קצת על המגה-וויס עצמו, על המכשיר. אני יכול לדבר על זה, אני יכול לדבר על החברה שלנו, הארגון שלנו.
Я хотел бы рассказать немного и про вот это, про Megavoice, про это устройство, а также и про нашу организацию. So see if you can hear this back there. תראו אם אתם יכולים לשמוע את זה. Вы можете это услышать? Can you hear it in the back or no? Священное Писание записано. גם בסוף אפשר לשמוע את זה? כן. So this is a little solar-powered talking Bible. Solar-powered talking Bible. זה תנ"ך שהאנרגיה שלו באה מהשמש, והוא מדבר, מדבר את התנ"ך. Это устройство, на которое записана Библия, Священное Писание, оно получает энергию от солнца, его можно использовать. And by the grace of God, since about 2003, we have distributed over 3 million megavoice all over the world. משנת 2003, בחסד האדון, הפצנו יותר מ-3 מיליון מהמגה-וויסים האלה בכל העולם. Начиная с 2003 года было распространено более 3000 вот таких устройств по всему миру. Трех миллионов. Megavoice, it's up the road. If anybody has ever wants to go up and see, we have a very nice office. Somebody will invite you for a cup of coffee or tea, I'm sure. אם מישהו רוצה לראות את זה, המפעל שלנו נמצא ממש פה קרוב, מאוד יפה, תוכלו לקבל כוס קפה או תה, אם תדברו טוב עם נתן. Если кто-то из вас хочет увидеть воочию этот завод, он находится здесь недалеко, вы можете туда прийти, договоритесь заранее с Натаном, вам там дадут кофе. So we are all about getting out God's word. God commanded us in the Great Commission, go and make disciples, and that's what Megavoice is all about. אז כל השירות שלנו זה למלא את הקריאה של אדון, את המצווה שלו, לכו ותפיצו את הבשורה בכל העולם. Все наше служение, оно связано с призывом Господа идти и распространять Евангелие по всему миру. And it depends on who you ask, but some people say half the world doesn't read, some people say 2/3. It just depends on who you ask what the number is. But the bottom line, there's a lot of people who cannot read God's word. עכשיו, בין חצי מהאנשים בעולם, ואולי גם יותר מחצי מהאנשים בעולם, לא יודעים לקרוא. Примерно половина земного населения, они не могут читать. ולכן הם צריכים לשמוע את דבר אדוני. И поэтому они должны слышать Слово Божие. So I am not able to go everywhere in the world, and you are not able to go everywhere in the world. So we partner together with people like you, your congregation, and others to send Megavoice throughout the world with God's word on it. אז אנחנו, אני לא יכול להסתובב בכל העולם, אנחנו לא יכולים להסתובב בכל העולם, אבל אנחנו עושים שותפות, פועלים ביחד בשותפות עם הרבה אנשים שהם כל אחד הולך למקום שהוא הולך אליו להפיץ את דבר אדוני. Большинство из нас не может самостоятельно идти в разные точки мира, но многие люди, они содействуют тому, чтобы Евангелие, оно распространялось и шло в разные точки мира. So a big part of the work we do is in the persecuted church countries. Persecuted church countries, like for example, Afghanistan. חלק גדול מהעבודה שלנו מתבצעת בארצות ששם המאמינים נרדפים, כמו למשל באפגניסטן. Большая часть нашей работы, она связана со служением в странах, где происходят гонения, например, в Афганистане. After the, you know, the Taliban came into power, they want to purge the church and kick out the church or kill people that believe in their faith and come against Christians. אחרי שהטליבן תפסו את השלטון, הם פשוט ניסו למחוק את המאמינים, את האמונה, להרוג את המאמינים, להרוס את הקהילות. После того, как Талибан пришел к власти в Афганистане, они пытались полностью уничтожить там всех верующих. I have heard stories of the Taliban coming into a classroom. שמעתי סיפורים על Taliban שנכנסים לכיתה. Я слышал историю про Талибан, которые приходили в классы. And in a very nice way say, "Hey, has anybody seen a book like this before?" ושואלים באופן נחמד, "Hey, האם מישהו מהילדים ראה תנ"ך כזה פעם בחיים שלו?" Они так невинно спрашивают детей, может быть, кто-то из вас видел вот такую книгу? And over here, one little boy, because girls don't go to school, one little boy raises his hand, and that little boy raises his hand. אולי זה ילד קטן פה וילד קטן שם, מרימים את היד שלהם. И может быть, маленькие дети здесь и там, они поднимают свои руки. And before that child is home from school, their parents are killed. ולפני שהילד הזה חוזר הביתה מבית ספר, כבר יש מישהו בבית שלו והורגים את ההורים שלו. И до того, как ребенок возвращается из школы, уже кто-то приходит в их дом и убивает родителей. I have the most, I don't have it with me here, but we at Megavoice have the most beautiful picture of a woman in a burqa holding a Megavoice, and the wire is kind of coming up
you know, through the burqa. So she's listening in private to Mega Voice. ויש לנו תמונה של אישה בארץ הזאת שם, שמקשיבה למגה וויס, מחזיקה את המגה וויס, אבל עם, עם איזה קבל, עם איזה אוזניה חוץ שנכנס yeah. לאוזן מתחת לבגדים שלה, כאילו בסתר, ומקשיבה לבשורה. И у нас есть фотография вот оттуда, из той страны, как одна женщина, она так тайно слушает, используя вот это устройство, одев наушник, пропустив провод через одежду. We have helped smuggle in thousands, I don't know how many thousands, but several thousands of Mega Voice loaded with different languages, because and they're smuggled in by Pakistani pastors. אנחנו הצלחנו להבריח כמה אלפים של המגה וויסים בכל מיני שפות, הם מוברחים על ידי רואי קהילה פקיסטנים. И мы смогли таким тайным образом контрабандой перевести вот такие устройства в Пакистан. And we also load them with sermons, because this is the only church that Afghan believers may have. This is the only Christian message that they may have for months until the pastor comes back again. ואנחנו שמים פה לא רק את דבר אדוני, גם מסרים, מכיוון שלאותם מאמינים נסתרים בארצות האלה, זו הקהילה שלהם. זה הרואה קהילה, זה המסר שהם ישמעו עד שהוא יגיע בעוד כמה חודשים עוד פעם. То есть на вот этом устройстве записана не только Библия, но и также пасторские проповеди, потому что для людей в тех странах иногда это бывает как церковь для них, они слушают проповеди. So Jesus told us to go. This is just one other way for us to help reach those persecuted believers in Afghanistan, that they can at least have some fellowship. It may be a little piece of plastic here, but at least they can have some fellowship, some Bible teaching. וזה בעצם דרך אחת הדרכים למלא את המצווה של האדון. לכו, תפיצו את הבשורה. זה נראה אולי רק חתיכת פלסטיק, אבל זה לא. זה הרבה יותר מזה. זה דבר אדוני עבורם. Это один из таких способов, как исполнить это Божье повеление. Нам кому-то покажется, что это просто кусочек пластика, но на самом деле это что-то гораздо большее. So I heard it. I'm going to read the testimony, because I want to make sure I get it right. But I heard a testimony. שמעתי עדות ואני אקריא אותה כדי לדייק. Я слышал свидетельство, я прочитаю его, чтобы быть точным. And we do a lot of work in India. Actually, we have a company, a office, and we do some production in India. אנחנו עושים גם הרבה עבודה בהודו, יש לנו גם שם מפעל ומשרדים. Наше служение, оно также происходит в Индии, у нас тоже там есть завод, и там же у нас есть представительство. And the Indian church is a persecuted church. והקהילה באינדיה היא קהילה נרדפת. И община в Индии, она также гонимая. So the story goes like this. In India, a 16-year-old girl was listening to Mega Voice in a small home group. נערה בת 16 מהודו מקשיבה בקבוצת בית קטנה למגה וויס. 16-летняя девушка в Индии, она в небольшой домашней группе слушала вот это устройство. Her father told her she must not go to those meetings because they worshipped other gods. אבא שלה אמר לה, אל תלכי לאספות האלה, כי שם מתפללים לאלילים אחרים. Ее отец ей говорил, не ходи на эти собрания, потому что там молятся иным богам. She would tell her parents she was going to visit her friends, which was true, they were with her there. והיא הייתה אומרת להורים שלה, אני הולכת לבקר חבר או חברה, וזה נכון, כי הם היו יחד איתה בקהילה. И она своим родителям говорила, я иду просто к своему другу или к подруге, что было правдой. And they would sit together in a small group and just listen to the New Testament, because they don't have the Old Testament in their language. והם ישבו ובקבוצה קטנה הקשיבו לברית החדשה, כי אין להם את הברית הישנה בשפה שלהם. И они находились в маленькой группе, они слушали Новый Завет, потому что Ветхий Завет, нет Ветхого Завета на их языке еще. And over a period of time, the pastor realized that she had changed, that she had come to faith. במשך הזמן, הרואה קהילה שם לב שהיא השתנתה, שהיא באה לאמונה. И со временем пастор церкви обратил внимание, что ее жизнь изменилась, она пришла к вере. As the Bible says, faith comes by hearing, and hearing from the word of God. דבר אדוני אומר שאמונה באה משמועה, ושמועה מדבר אדוני. И слово Божие говорит, что вера приходит от слышания, слышание от слова Божия. So he was talking with this girl, and he said to her, "Tell me what happened. What happened in your life?" אז רואה הקהילה דיבר עם הנערה הזאת ואמר לה, "תגידי, מה קרה בחיים שלך? איך השתנית?" И пастор, он спрашивал эту девушку, что случилось в твоей жизни. So she said she prayed silently, and she said, if Jesus was God, like they're telling her,
then if he would heal her mother, she would dedicate her life to the Lord. והיא סיפרה שהיא התפללה בשקט בלב שלה לאדון ואמרה, אם ישוע הוא אדון, כמו שהם אומרים לי, אז אני מבקשת שתרפא את אמא שלי שהייתה חולה. ואז אני אתן את החיים שלי לך. И она рассказала, что она в своем сердце тихо молилась перед Господом, Иисус, ты Господь, и исцели мою маму. And so her mother had been sick for 5 years, and the last 2 years she was always in bed. She couldn't get out of bed, bedridden. אמא שלה הייתה חולה 5 שנים, מתוכם השנתיים האחרונות היא הייתה כל הזמן במיטה. Ее мама была больная 5 лет, и последние 2 года она была привязана к постели. And the family spent all their money on doctors and clinics, and they even paid witch doctors to try to heal their mother. והמשפחה שילמה את כל הכסף שלהם לרופאים, ואפילו לרופאי אלילים כדי לרפא את האמא. И семья, она заплатила все имеющиеся деньги врачам, и даже они обратились к идолопоклоннику, заплатили ему. And even with all of this they were trying to do to help her, she kept getting worse. ועם כל זה, המצב שלה רק הלך והחמיר. И все это только привело к ухудшению ситуации. So she prayed, God, if you'll heal my mother, I will believe in you. אז היא התפללה, אלוהים, אם תרפא את אמא שלי, אני אאמין בך. И она молилась и говорила, если ты исцелишь мою маму, я буду верующей. When she got home, her mother was out of bed and making dinner for everybody. וכשהיא הגיעה הביתה, אמא שלה הייתה מחוץ למיטה, מכינה אוכל עבור המשפחה. Когда она вернулась домой, ее мама, она уже не была в постели, она готовила еду для всей семьи. And that was the first time in 2 years that the mother was able to get up out of bed. וזה היה פעם ראשונה בשנתיים שאמא שלה יכלה לצאת מהמיטה. Это было первый раз за последние 2 года, что ее мама встала с постели. So because of that miracle in that community, אז בגלל הנס הזה בקהילה הזאת, и из-за того, что произошло это чудо там в общине, and they were just a small group of 12-15 people listening to God's word on Mega Voice. הם היו קבוצה קטנה של 12-15 אנשים מקשיבים לדבר אדוני דרך Mega Voice. Там была группа 12-15 человек, которые сидели и слушали вот этот Mega Voice. The small church of 15-20 people grew to 400 people in the next few months. הקהילה הזאת גדלה ל-400 אנשים בחודשים הבאים. И вот эта община, она выросла до размера 400 человек в следующие месяцы. So God is working, not just here. God's working throughout the world. אז אלוהים פועל לא רק פה, אלא בכל העולם. Господь действует не только здесь, но и во всем мире. It's been a while since I had the double translation. עבר זמן מאז שהייתי צריך לתרגם ככה. Okay. So let me encourage you. Go share your faith. Go out and tell people about Jesus. אני מעודד אתכם, לכו, חלקו את האמונה שלכם, ספרו לאנשים על ישוע. Я хотел бы ободрить вас, идите, рассказывайте о вашей вере, проповедуйте о Христе. Start with your neighbor, start with your friends, start with your family. תתחילו עם השכנים, חברים, משפחה. Начинайте с ваших соседей, с ваших друзей, с вашей семьи. So what about the rest of the world? How can you help reach the rest of the world? ואיך אפשר להגיע לכל יתר העולם? И как можно дойти до всех уголков мира? First you can go. If God's called you to go, you have to obey him and you go. אם האדון קרא לכם, אז תצייתו לו ולכו. Во-первых, если Господь вас призывает, то встаньте и идите. And if you cannot go, then help somebody else to go in your place. ואם אתם לא יכולים ללכת, תעזרו למישהו אחר שילך במקומכם. Если вы не можете пойти, то помогите кому-то другому, кто может пойти. Help someone else so they can go in your place and then you can do what Jesus told you to do to go make disciples. אז תעזרו למישהו אחר ללכת במקומכם וככה אתם בעצם תמלאו את המצווה של ישוע לעזור לו לעשות תלמידים. То есть помогите кому-то другому пойти, и так вы исполните заповедь Господа, идите и научите все народы. You want to tell a blind man story? I haven't had, but he told me 10 minutes, I'm already about 15, so... These are Israeli 10 minutes. But Daniel did say he's going to have a short message today, right? We're going to hold him to that, okay? I have jet lag. אני לא מתרגם את מה שהוא אומר. He used to be my boss years ago. He used to be my boss. I won't tell you the stories. I have a lot of stories. Okay, so I'm going to tell you a story about a blind man. אני אספר לכם סיפור על איש עיוור. ביקשתי ממנו להוסיף את העדות הזאת. Я попросил его еще рассказать еще одно свидетельство о слепом человеке. So... Mega Voice, we make the devices and we send them all over the world, but we don't actually hand them to people. We're all part of this chain. We're all part of this process. אנחנו חלק משרשרת. אנחנו מייצרים אותם, אנחנו בתחילת השרשרת, אבל אנחנו לא אלה שבפועל מוסרים אותם.
Мы являемся частью вот этой цепочки, мы только производим эти устройства, а потом кто-то другой их распространяет. So this is another story from India. We get a lot of testimonies from India. Вот сипур оде дут ми ходу. Еще одно свидетельство из Индии. Okay. So one of our partners, the people that was doing the distribution, is called Voice of the Martyrs. אחד מהארגונים שאנחנו משתפים איתם פעולה נקרא הקול של הקדושים שמתו. זה ארגון כזה. одна из организаций, с которой мы работаем, она называется הקול של, כן, הקדושים שמתו. Voice of the Martyrs. Голос святых, которые умерли за Христа. And they only work with persecuted church. They just don't, you know, if somebody else needs help, they'll get another ministry to help them. But their calling is to help the persecuted church. והם רק עובדים עם קהילות שנרדפות על האמונה שלהם. Они действуют только с общинами, которые гонимые. Голос мучеников. And I say that because one time a pastor said to them, could you give us a Mega Voice Bible that they were giving away to give to a blind man? ופעם אחד איזה רואה קהילה פנה אליהם ואמר, האם אתם יכולים לתת לי מגה וויס? אני רוצה לתת אותו לאיש עיוור. Один человек, один пастор обратился с просьбой, можете ли вы дать мне такой мега войс, потому что я хочу дать его слепому человеку. And they said, we don't really work with blind unless they're persecuted church. He's not really, but you know, we don't usually give resources to them, but the pastor forced them, so they gave the blind man a Bible. והם אמרו, אנחנו בעצם לא מחלקים מגה וויסים אלא רק לנרדפים, אבל הפסטור הזה לחץ עליהם, ובקיצור הם נתנו לו מגה וויס בשביל האיש העיוור. То есть вначале не хотели ему давать, потому что сказали, что мы даем только там, где есть гонение, но в конце концов пастор сильно просил, ему дали этот мега войс. So they gave the mega voice to the blind man, and he was listening to it in the house together with his wife. אז האיש העיוור הקשיב למסרים שבמגה וויס יחד עם אשתו בבית. Вот этот слепой человек, он слушал мега вויס вместе со своей женой дома. And his family said, "Oh, you're making too much noise in the house." So they made him listen to mega voice outside. So they would go out into the fields, and they would listen for hours to God's word. ומישהו בבית אמר להם, "אתם עושים יותר מדי רעש עם המגה וויס הזה." אז הוא ואשתו יצאו החוצה לשדה והמשיכו במשך שעות להקשיב. И кто-то в доме стал жаловаться и говорить, слишком много шума от этого мегавойса. В итоге он со своей женой вышел куда-то в поле и там продолжали слушать. About 2 months passed, and the man from the Voice of the Martyrs came back and said, while he was talking with the pastor told him a story about the blind man. וכעבור חודשיים, האיש הזה מהארגון שנתן את המגה-וויס חזר למקום, והפסטור סיפר לו את מה שעכשיו נדבר. Через 2 месяца вот этот вот пастор, который дал этот мегавойс, он пришел еще раз в ту же самую семью. And he said the blind man, after listening for a month and a half, came to faith, became a believer, and God completely restored his sight and healed him from his blindness. אז הוא סיפר שבמשך חודש וחצי האיש הזה, העיוור, הקשיב למסרים, כי בא לאמונה, ואדון ריפא אותו, כבר לא עיוור. И он рассказал, что 1.5 месяца этот человек слушал мегавойс, слушал Слово Божие, он пришел к вере, и Бог полностью исцелил его зрение. So the person from Voice of the Martyrs said, no, can't be true. I mean, the faith, yes, but not necessarily the healing. It's a fantastic story. אמר, אני לא כל כך מאמין שהעיוור נרפא. И человек из организации, он не поверил, что этот человек исцелен. So he went and visited the man in his faraway village. אז הוא הלך לבקר אותו בכפר המרוחק איפה שהוא גר. И этот человек из организации, он поехал туда, вот в эту отдаленную деревню, где жил этот человек. And when he visited with the man, the blind man told him he had been blind for 16 years. He listened to the mega voice, the Bible on mega voice. His spiritual eyes were open and God restored his physical sight. אז הוא אומר, 16 שנים האיש העיוור סיפר, 16 שנים הייתי עיוור. וכשהקשבתי למגה וויס, האדון קודם פתח את העיניים הרוחניות שלי, ואחר כך גם את העיניים הפיזיות שלי. И вот этот человек, он рассказал, что 16 лет я был слепым, и когда я стал слушать Слово Божие через мега войс, Бог прежде всего открыл мои духовные глаза, а потом и физические. And this man, who was blind, but now sees, is now an evangelist, going around, sharing God's word with mega voice to all the villages. ועכשיו הוא מסתובב בעצמו עם מגה וויס העיוור שעכשיו כבר לא עיוור ומחלק את הבשורה
לכפרים שבסביבה. Сегодня вот этот человек, который бывший слепой, он ходит и он ходит с этим устройством, и он проповедует Евангелие в окружающих местах. So before I came to Israel many years ago, I was one of those skeptical Baptists that believe that God can't do that today. God doesn't do that. If you're a Baptist, I'm not criticizing, I'm just saying it was me, okay? That God cannot do that, God does not. We put limits on God. לפני שהגעתי לישראל, באתי מהרקע הבפטיסטי, ובאתי עם המחשבה שאלוהים היום לא פועל כאלה ניסים כמו שהוא עשה אז. ואם יש פה מישהו מהרקע הבפטיסטי, אל תרגישו מותקפים, אני לא תוקף אתכם, אני מדבר על עצמי. Когда много-много лет назад я приехал в Израиль, я происходил из баптистской общины, я не верил в то, что Бог может сегодня так действовать. Я заранее извиняюсь, никого не хочу задеть, если кто-то находится из баптистов здесь. But God healed that blind man, and that blind man today, after 16 years being blind, and he's going all over, all the villages around where he lives, proclaiming the gospel of Jesus Christ. אבל היום, כשאני רואה, שומע את הסיפור, את העדות הזאת, על האיש העיוור הזה, שכן, האדון פועל גם היום, הנה, הוא הולך ומחלק את הבשורה בכל מקום. אלוהים עדיין פועל, בקיצור. Сегодня, когда я слышу вот это свидетельство о человеке, который 16 лет был слепой, и Бог исцелил его, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. God was hovering over the face of the waters. That's from Genesis. Then God said, "Let there be light." And there was so light. God can use anything, any kind of tools. One time God used a donkey to speak to people. God can use anything. פעם אלוהים משתמש בחמור כדי לדבר לבלעם, אז אלוהים יכול להשתמש גם בזה. Господь когда-то использовал осла для того, чтобы говорить к Валааму, поэтому Бог может использовать все. Thank you very much. המכשיר הזה הוא מאוד חזק, לא צריך סוללות, מקבל את האנרגיה שלו מהשמש. Это устройство, оно очень такое мощное, то есть оно получает энергию от солнца, его не нужно заряжать. אי אפשר להחליף את המסרים, אי אפשר להכניס מסרים אחרים. И там невозможно заменить то, что там записано, то есть нельзя что-то другое записать. ובמשך הרבה שנים פיתחו, היום יש לו המון תוכן, המון שפות. How many languages? 400 or so? No, 4,000. מעל 4,000 שפות, מסרים מעל 4,000 שפות יש בה. То есть сегодня вообще это устройство очень много времени вложили в его разработку, и сегодня есть устройство с переводом писания больше, чем на 4,000. 4,000 разных языков. אז אם מישהו ירצה מגה וויס כזה באיזושהי שפה, תפנו לנתן, הוא יקבל הנחה. То есть, если кому-то нужно такое устройство с определенным языком, обращайтесь к Натану. אפילו בחינם ניתן. אבל האמת זה עסק, הם צריכים גם להרוויח, הם צריכים לממן את עצמם, אז אנחנו שמחים גם לשלם עבור זה. יופי. Мир вам, народ Божий. Шалом лахем, ам Исраэль, ам Элоим. Брат Давид так тепло меня приветствовал. Я почувствовал, что это как бы любовь апостола Павла. Ах, Давид, прихоти, кибелоти, калка хам, они ергашти, как? Как апостол Павел, да. Они ергашти, кмо Шаула Шалиях. Я очень рад, что вы так любите язычников, потому что я из них. אני כל כך שמח שאתם אוהבים את הגויים, כי אני אחד מהם. Спасибо, братья. תודה לכם, אחים. Я рад сегодня говорить о Боге. אני שמח לדבר היום על אלוהים. И хотел бы прочитать 120-й псалом. והייתי רוצה להקריא את תהילים 119. Чтобы сохранить наше время, я прочитаю
5 стих. בשביל שמור נשמור על זמן, אני אקרא את פסוק 5. Господь хранитель твой. Господь сень твоя с правой руки твоей. Адонай шомреха, Адонай цилха, על יד ימינך. И 8 стих. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. ופסוק 8. אדוני ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. Дорогие мои, я хочу всех вас в первую очередь поблагодарить, кто молился за Украину. אחי היקרים, אני דבר ראשון רוצה להגיד לכם תודה לכל מי שהתפלל עבור אוקראינה. В этот прошедший год я пришел к пониманию, что молитва дороже тысячи долларов. בשנה שעברה אני הגעתי למסקנה שתפילה יותר יקרה מאלף דולר. Потому что у тебя может быть в кармане тысяча и две и три долларов, но прилетит снаряд, и если Бог не сохранит тебя, что будет с этими деньгами? כי אצלך בכיס יכולים להיות אפילו אלף דולר ואלפיים ושלושת אלפים, אבל אלוהים יכול לשמור ועתיד יגיע אליך. 24 февраля, когда в 4:30 над нашим домом пролетел военный самолет. Я собрал всю семью, позвонил дочерям, зятям, и мы все собрались вечером у меня дома. אני התקשרתי, אני אספתי את כל הילדים שלי, התקשרתי לבנות שלי, התקשרתי ל לבעלים שלהם, ואנחנו כולנו התכנסנו אצלי בבית. И нам, как мужчинам, нам свойственно охранять нашу семью, деток, внуков, жен наших. ולנו כלבעלים וגברים, די ברור, במובן מאליו, לשמור על הילדים שלנו, נכדים שלנו והנשים שלנו. Но в этот вечер я им сказал. אבל באותו עבר אמרתי להם. Я говорил со слезами. דיברתי עם דמעות. Я обратился к жене, обратился к детям и сказал, что я теперь не могу вас сохранить. Снаряды взрывались вокруг нашего дома. И в окна нашего дома мы фотографировали вспышки с одной стороны, с другой, с третьей. ודרך החלונות שלנו אנחנו צילמנו את הפיצוצים מצד אחד, מצד שני. И мне было очень неуютно, что я не могу сохранить моих маленьких крошек внучат. ולא היה לי נוח שאני לא יכול להגן על הנכדים שלי. И я просматривал, где в доме самое безопасное место. ואני התחלתי לבדוק איפה בבית שלנו יש את המקום הכי מוגן. И я так думал, что в углу там стоял диван, там перекрытие, там не так легко разрушить, если снаряд упадет в дом. ואני חשבתי אולי שם בפינה אפשר לשים איזה ספה, ואם יפוצץ משהו, אז לא קל לפרוץ את זה. И зачастую жена находила меня там в углу, и мы там собирались все вместе. ולרוב אשתי הייתה מוצאת אותי שם, ואנחנו היינו מתאספים שם. И я понял, насколько ценна молитва народа Божия, и я сердечно благодарю всех, кто молился за Украину. ואני הבנתי את היקר, את הערך ואת עד כמה יקרה התפילה של עם ישראל, של עם האדון. Прежде чем люди узнали о Троице, прежде чем люди узнали об Иисусе Христе, они узнали и познакомились с Богом Хранителем. לפני שהעולם הכיר את ישוע, הם, שאתה? בוח חרניתם. הם הכירו את אלוהים השומר. תות כתו חרנית. אז זה ששומר. יעקב גבריל, יסי תי סחרניש מניה, יסי תי סחרניש מניה, תו יא תגדה עוד בודו תיבי סלוז'ית. יעקב אמר לאלוהים, שאם אתה תשמור עליי, אז אני אשרת אותך. И поэтому мы так устроены, что мы нуждаемся в том, чтобы Бог хранил нас. И
И вот мы загрузили машину продуктами и едем в село, чтобы раздать там людям продукты, потому что магазины ничего уже не работает. והנה אנחנו אספנו את כל המצרכים, מצרכי מזון עם הרכב, עם המשפחה, ונסענו לכפרים וישובים בשביל להביא אוכל, כי החנויות שם כבר לא התחילו לעבוד. И нас на блокпосту долго проверяют, и я начинаю нервничать, почему так долго мы занимаемся добрым делом, мы везем продукты, и нас немножко военные задерживают. ובמעברים הגבולים אנחנו התחילו לבדוק אותנו, ואני קצת נכנסתי בלחץ, למה הם בודקים אותנו כל כך הרבה זמן. Мы достали несколько пакетов продуктов, дали военным, потому что они тоже голодные. אנחנו הוצאנו כמה שקיות אוכל לחיילים גם כן, כי הם גם רעבים. И они разрешили нам ехать. והם הרשו לנו לנסוע. И вот мы едем, я тороплюсь, набираю скорость, и внутри что-то подсказывает, не торопись. והנה אני כבר מתחיל לשים את הרגל על הגז, מעלה את המהירות, אבל משהו בתוכי אומר לי, תירגע. И вот смотрю, впереди метров за 500, за 600 летит снаряд и прямо встряет в осевую линию этой дороги, где я еду. והנה אני רואה שבערך איזה 500 או 600 מטרים מקדימה, באותו הכביש שאנחנו נוסעים, נופל טיל בדיוק באותו הכביש. И я думаю, на пару секунд быстрее ты едь, и ты попадешь под этот снаряд. ואני חושב כבר לעצמי, אם הייתי נוסע בכמה שניות יותר מהר, הייתי נופל מתחת לטיל. Но Бог хранитель. אבל אלוהים שומר. Возможно, кто-то из вас в это время молился. יש מצב שאחד מכם התפלל באותו הזמן. Спасибо вам, дорогие друзья. תודה לכם, אחים יקרים. Мы приехали в полуразрушенную многоэтажку. אנחנו הגענו לבית גורד שחקים די שבור. И лестничный марш разрушен полностью, а квартиры еще есть целые. והחדר מדרגות שבור לגמרי, אבל החדרים והדירות היו עוד שלמות. И вот на третьем этаже мужчина кричит: «Помогите! Помогите!» ואנחנו שומעים בקומה השלישית, גבר צועק: «Тацилу, ацилу!» Я подошел к окну и спрашиваю, в чем проблема? Он показывает мне костыли, оказывается, у него нет ног. Мало того, что нет ног, нет еще лестничного марша. И он говорит, уже неделю я сижу голодный, съел все, что есть. רעב, כי אכלתי כבר את כל מה שאפשר היה לאכול. Я говорю, давай веревку, давай веревку. והוא אומר, אז בוא נביא חבל. Он связал несколько веревок, которые у него были, опустил сюда вниз, мы привязали продовольственный набор ему. Я говорю, тяни, сколько сил есть. הוא קשר כמה חבלים, אנחנו קשרנו לו... ערכה עם מזון, ופשוט אמרנו לו, תמשוך, כמה שכוח יש לך, פשוט קח ותמשוך. Когда он поднял этот набор, поблагодарил меня, я говорю, что надо сказать? וכשהוא העלה את הערכה, והוא אמר לי תודה, שאלתי אותו, מה אתה אמור להגיד? Он говорит, слава Украине. הוא אמר, השבח לאוקראינה. Я говорю, нет. אמרתי לו, לא. Слава Богу. תודה, השבח לאל. И мы старались везде, вот, сказать людям, что Бог их хранит. ואנחנו בכל מקום ניסינו להסביר לאנשים, להביא אותם לתובנה שאלוהים שומר עליהם. Много наших друзей разъехалось, и в церкви осталось совсем немного людей. הרבה חברים שלנו התפזרו לכל מקום, ודי מעט אנשים נשארו אצלנו בקהילה. Остались брошенные дома. נשארו בתים בלי люди אנשים. Принесли нам в братскую ключи от своих квартир пооставляли. הרבה חברי קהילה העבירו לנו פשוט המפתחות מהבתים שלהם. Итак, на нас легла обязанность еще ухаживать за ихними домами. וככה גם נפלה עלינו לאחריות להשגיח על הבתים שלהם. И вот одна семья диакона, которая жила на первом этаже, у них с квартиры выбило все окна. פעם אחת אצל אחד מהמשרתים בקומה הראשונה פשוט התנפצו עליהם כל החלונות. Это 16-этажный дом.
זה בית של 16 קומות. И мы взяли братьев, купили их фанеру. לקחנו את האחים, קנינו כל מיני עצים. И поехали забивать эти окна фанерой. ונסענו לתקן את החלונות, פשוט לשים קרשים. И вот стою, окно забиваю фанерой, прикручиваю шуруповертом. ואני עומד באחד החלונות האלה, פשוט מכניס, דופק ברגים, מסמרים בשביל הקרשים. Из какого-то этажа, не знаю, 5, 6, 11, возле меня падает кусок стекла. ופתאום, לא יודע מאיזה קומה, 5, 6, 11, פשוט פתאום לידי נופלת גוש ענק של זכוכית. Я даже не подумал, что эти стекла могут падать. Они афилу ло хашавти ша асхухиот айле холот лифон. Все такие телепаются от ветра там. Эм кулам митрофефим на рух. Я думаю, Господи. Я хушав лацме Элоин. Да даже если бы я каску одел, ты, ну, это только твоя милость, что ты сохранил. Гам им они айти ловеш казда, зе пашут хесед шелха, ша ата шамарта алай. Господь. Хранитель твой, такое чудное обетование. Адонай шомреха, мицва колках яфа. В этой 16 этажке уже никого не было. Все люди, это был район как раз, где шли обстрелы, и все люди оттуда эвакуировались. בבית הזה של 16 קומות כבר לא היו שום אנשים, זה היה המקום שבו היו הכי הרבה יריות, כל האנשים עזבו. Это уже был май месяц, прошло 3 месяца после начала военных действий. За ходыш май, вру квар берех 3 ходыши мяз за התחלת. И одна женщина выходила, уносила последние свои кулечки, свои там вещей. Ве потом уверет пашут иша, что локхет пашут это сакиот мазон, что и какха. Я её спрашиваю: "Скажите, кто-то есть ещё здесь в подъезде или нет?" Ве ушуэло та: "А им еш мишу от ба байтазе?" Она говорит: "На 11-м этаже живут дедушка и бабушка." И говорит, что в комнате 11 горим саба и сафта. Лифт не работает, электричества нет, газа нет. Просто бетонные стены. И говорит, а маалит ло ведет, эн хашмал, эн газ, это пашут кирот. Я думаю, как они там живут. Они хушав лацми, эхем хаим шам. Мы поднимаемся туда, на 11 этаж. Анахну олим лешам, на комнате 11. Стучим, никто не открывает. Довким, афха ло потех. Во вторую квартиру стучим. Довким ба бадирашня. Еле слышный голос. Открыто. Заходите. ואנחנו שומעים קול כזה חלש אומר פתוח תיכנסו. Мы заходим. Ему 82 года, ей 85 лет, и они лежат как полуживые. אנחנו נכנסים אליהם, הוא בן 82, היא בת 85, אנחנו רואים אותם שוכבים בערך חצי חיים, בין מוות לחיים. В квартиру зайти невозможно. Вы представляете, нет воды, не работает смыв и все прочее. И вот он говорит: "Мы съели все, что было можно, и начали есть бумагу." И אפשר להיכנס פשוט לבית, יש סרחון בגלל שהמים לא עובדים, אי אפשר פשוט להוריד את המים מהאסלה, ואנחנו רואים אותם והם אומרים, אנחנו אכלנו הכל, ואנחנו פשוט אוכלים נייר. Мы, говорит, могли бы спуститься, но пешком уже на 11 этаж мы не поднялись бы, нам бы пришлось бы жить там в коридоре. הם אומרים, אנחנו היינו יכולים לרדת למטה, אבל אין לנו פשוט כוח לעלות בחזרה לקומה 11, אנחנו היינו פשוט צריכים לגור שם למטה בחניון. Я думаю, Боже, ואני חושב, אלוהים, ты хранишь не только пасторов, אתה שומר לא רק על רועי קהילה, ты хранишь не только верующих. אתה שומר לא רק על המאמינים. Ты хранишь даже тех, которые не знают тебя. אתה שומר גם על אלה שלא מכירים אותך. И вот мой зять начал возить им туда на 11 этаж, бегать и носить 7-8 килограмм продуктовый набор. והנה החתן שלי התחיל פשוט לעלות עליהם, להביא להם מרקות של בערך 8, בערך 7 קילו של אוכל. Молодежь, кто из вас на 11 этаж бы сбегал? Бней нуар мими кем, а я рац для кума. С 8-килограммовым набором. Им сакит шель 8 кило. Если желающие, приезжайте. Окей. Бог-хранитель. Дорогие друзья, это особое благословение, в котором нуждается человек с момента грехопадения. Адонай шумреха зе ха-браха ше-абен адам нахуц ле-а, царих ота меаз היום שבו חטאנו, מה זה החטא הראשון?
Когда вокруг нашего молитвенного дома стали прилетать ракеты, я в это время был в канцелярии и открываю окно, у нас на втором этаже окно, на улицу, и вижу, как падает ракета в соседний огород. אני הייתי בקומה השנייה שלנו, באופיסים והמשרדים, ואני פותח את החלון, ואני רואה איך פתאום נופל טיל לגינה של הבית השכן לנו. Страшный взрыв. פיצוץ מטריד. Кто был в доме молитвы? У нас уже жило 50 человек в доме молитвы, там спали. מי שהיה בבית תפילה שלנו כבר היו מתגוררים בערך 50 איש. Их квартиры уже были разбиты. הדירות היו פשוט מפוצצות. И поэтому они все жили в нашем доме молитвы. Я им говорю, спускайтесь в подвал, бегом, идет обстрел. Потом немного дальше еще одна ракета упала. И я так посмотрел, у нас с одной лампочки упал светоотражатель. И думаю, Господи, ты хранитель. Прошли века, люди узнали о Троице, узнали Бога как судью, узнали Бога как искупителя. Но каждый день мы нуждаемся в Боге, который хранит нас. עברו מאות שנים, ואנחנו כבר מכירים את ישוע כשומר עלינו. ועכשיו אנחנו כבר מכירים את אלוהים כאלוהים ששומר עלינו. Однажды хочу поблагодарить брата Чарльза. פעם אחת אני רוצה להודות לאח צ'ארלס. Однажды приехал полковник военный. Помоги мне, факет, твои. И говорит, я знаю, что вы помогаете многим людям, развозите продукты, можете помочь нам. Я говорю, наверное, можем. Скажите, чем? Они умер лоулай в шара, вали, это гиду бема. Говорит, люди по несколько дней сидят в окопах, у них стресс, они начинают плакать, они вспоминают за семью, за дом. Анашим пашут, аль габей ямим, яшвим башухот, яшлим арбе стресс, им пашут матхилим левкот, и нискарим ба мишпахот шлаем. Есть у вас что-то такое, чтобы занять их не мозги? Аим яшлахем машу казе, шахол пашут, эхшу ласик это мох шлаем. У нас как раз были вот эти электронные Библии, мы их так называем. Эцену бидюк айалану та танахим хашмалиим, или кмо шанахну коим. И я говорю, значит, есть. Ваню омер ло, кен, есть ану машу каза. Вот, и достаю, у меня в машине сейчас с собой есть коробок с этими мегабоксами. И достаю ему, значит, наверное, штук 20. Вот этих мегабоксов. ואצלי ברכב יש הרבה כאלה מכשירים, ואני מוצא לו בערך איזה קופסה של 20 כאלה מגבויסים. Я включил ему, чтобы он услышал, как он работает. הדלקתי לו בשביל להשמיע לו איך זה עובד. И он говорит, слушай, это как раз то, что им надо. ואומר, שמע, זה בדיוק מה שהם צריכים. Он был так благодарен, что мы оказали такую помощь не только продуктами, не только одеждой, но и таким вот духовным хлебом. Ой, мама, сейчас сир туда, что אנחנו לא רק עזרנו להם בכל האופן פיזי ומעשי, אבל גם באופן הרוחני. И я брат Баптист Баптистович. ואני האח הבפטיסט, בן הבפטיסט. Но я верю в Бога, который делает чудеса. אבל אני מאמין באלוהים שכן עושה ניסים. Да. И знаете что? Да. И знаете что? Совсем недавно, кто следит за новостями, была информация о том, что была расстреляна машина волонтеров. Пошут фицицу рехи
Это было под Бахмутом. Наша машина там тоже была расстреляна, и мы потеряли свою машину там. И в этой машине, во второй, где были волонтеры, там было два американца и три украинца. וברכב הזה שהיה בו את המתנדבים, היו בו שתי אמריקאים ושלושה אוקראינים. Был один светский человек, который сопровождал эту команду, и двое из них погибло. היה חבר אחד מהקהילה שלנו, והיו שני אנשים שפשוט מתו. Остальные были в шоке и в легкой контузии. היו כמה חבר'ה, כל השאר היו בשוק... חרדה ובשוק, אבל הם נשארו בחיים. И когда они ехали в этой машине, וכשהם נסעו ברכב הזה, не знаешь, о чем говорить, когда ты видишь военных, разрушенные города, трупы людей. У них работал вот этот мегабокс, они включили в машине, и он продолжал читать текст. פשוט אין מושג על מה לדבר כשאתה רואה פשוט תרימות של אנשים מתים והרבה הרס ופיצוצים והיה להם את המגבויס הזה פשוט דלוק אצלם ברכב. И когда приехала группа спасателей, они пошли к этой машине, все полуживые сидели на газоне, двое тел лежало в машине, машина вся изуродованная. וכשהגיעה יחידת הצלה, פשוט ראו את הרכב המפוצץ, היו כמה חבר'ה שהיו עוד איכשהו בין חיים למוות, היו פשוט שתי גופות שפשוט שכבו על הדשא. И один из спасателей кричит, они живые. ואחד מהמצילים צועק, הם חיים. Там кто-то разговаривает. מישהו מדבר שם. И подошли еще как, думаем, слава Богу, кто-то еще жив. Подошли, а там был текст из книги Иисуса Навина. והם חושבים לעצמם, וואו, איך הם עדיין מישהו שם מדבר, והם מתקרבים, והיה שם במגה וויס הזה קטע מיהושע. ואחד אומר לשני, תקשיב למה שהוא מדבר. Иди и завладей сею землею и народу, передай эту землю во владение. אומר, לך תכבוש את הארץ הזאת ותעביר אותה לעמך. Потом они только поняли, что это была электронная Библия. Они думали, что это еще кто-то из полуживых говорил такое слово. Господь, хранитель твой. Я хочу попросить вас, друзья, продолжайте молиться за верующих на Украине. Бог так сделал, что в это время наш молитвенный дом опустел, члены церкви уехали, и нас осталось вначале вообще около 20 человек. Элоим עשה ככה שעם התקופה הזאת הרבה אנשים התרוצצו לכל מקום, וברך אצלנו בקהילה נשארו איזה 20 איש. Но люди почувствовали жажду по Богу. אבל אנשים הרגישו רעב וצמא כלפי אלוהים. И в воскресенье в молитвенном доме сесть негде. ועכשיו בימי ראשון אצלנו בבית קהילה פשוט אין איפה של שבת. Люди сидят на ступеньках вот здесь, вот там на лестнице, на балкон. אנשים יושבים במדרגות, פה ושם. Люди даже приходят со своими стульчиками, ставят на проходе свои стульчики. אנשים פשוט מגיעים עם כיסאות משלהם מהבית ושמים אותם פה במעבר. И они сидят и слушают два часа о Боге, который сохранил их жизни. Молитесь об этих людях, чтобы они познали Бога. У нас было три нужды к Богу. Чтобы Бог сохранил нашу жизнь. Чтобы Бог сохранил жилье наше. И чтобы Бог сохранил молитвенные дома. И на сегодняшний день Бог ответил в целом на все эти три наших молитвы. Я очень рад, что Бог подарил возможность быть среди вас. И пусть Бог благословит народ свой по всему лицу земли.
ושאלוהים יברך את עמו בכל העולם. אמן. אמן. תודה רבה לאוניד, תודה רבה, סלאבה בוגו. Спасибо большое, Леонид. למה צריך שתהיה מלחמה גם פה כדי שבית הקהילה יהיה מלא? Для чего нужно, неужели нужно, чтобы здесь началась война, чтобы наполнился здесь молитвенный дом? בהיסטוריה של עם ישראל זה היה ככה. В истории народа Израиля так происходило. תקופת השופטים. Это период судей. כשהיה רע, אז אלוהים, איפה אתה? Когда был голод, тогда сразу, Господи, где ты? כן. אנחנו רוצים להגיד, אלוהים, אנחנו רוצים אותך עכשיו, כשיש שלום. Но мы хотим сказать, Господи, мы хотим тебя сейчас, когда есть мир. אבל זו המציאות. Но это действительность такая. ככה בני אדם. Так устроен человек. וגם היום אני עומד פה כרואה קהילה. Сегодня я стою здесь как пастор церкви, שאוהב אתכם, который любит вас, ושיום אחד יצטרך לתת דין וחשבון, и который в один день должен будет дать отчет, על החיים שלכם, за вашу жизнь. ומעודד וקורא כל אחד. Я ободряю и призываю каждого из вас. בואו נתחזק באמונה שלנו היום. Давайте укрепимся в нашей вере сегодня. Давайте будем искать Господа сегодня. Давайте мы будем слушать Его. Давайте мы наполнимся страхом перед Богом сегодня. Бог любит вас. И иногда Он знает, что только через бедствие можно разбудить нас. Когда я говорю «нас», я имею в виду и весь народ. Но и также нас. Прежде всего посмотрим на общину. Потому что время начаться суду с Дома Божьего. Так это было в период пророка Иезекииля. 9 глава. Когда наступило время суда. И Бог говорит своим ангелам, начните с храма. И начните со старейшин. И они начали истреблять. רק אלה שהיה להם תו על המצח. И только у тех, у кого был вот этот вот знак на их на челе. המלאכים של החרב של המוות אסור היה להם לגוע. רק באלה שיש להם תו. Вот этим ангелам, у которых был меч, им было запрещено прикасаться к людям, у которых был вот этот знак на их челе. ושם ביחזקאל פרק 9 כתוב מי הם אלה שאלוהים דאג לסמן אותם בתו. И в 9 главе Иезекииля там говорится, кто эти люди, которые были отмечены вот этим знаком. Это были люди, которые страдали и мучились от беззакония, которое происходило тогда в народе. Давайте мы прочитаем это место, Иезекииль, 9 глава. זה לא המסר של הכנו להיום, אני לא אעביר אותו, נשארו רק איזה 10 דקות. Это не тот, не та проповедь, которую я готовил, потому что осталось всего 10 минут. אז יחזקאל פרק 9. Иезекииль, 9 глава. בפסוק 4. 4 стих. ויאמר אדוני אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתווית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. И был вот этот вот человек, который следил за этим. То есть один он отмечал, и было 6 ангелов с мечами. Это написано во 2 стихе, который мы не прочитали.
И вот этот вот тот, кто отмечал, он отмечал людей тех, которые мучились от этих мерзостей. Что происходит с нами? Есть сегодня очень много греха в Израиле. Разделение, ненависть. Половина нашего народа сегодня находится в тюрьме религии, которые сегодня служат заповедям, которые Бог не заповедовал. А с другой стороны, половина народа, которых захватил дух Содома и Гоморры. С кем сегодня мы, кому мы причисляем себя? И не к тем, и не к другим. Я сегодня принадлежу, соединяясь с Небесным Отцом. Спаси нас. Прости нас. Спаси нас. Ты обещал это сделать. И если у нас нет этого сердца, если у нас нет вот этой боли в нашем сердце, мы должны быть обеспокоены и просить этого у Господа. Дай мне Твое сердце. Невозможно оставаться равнодушными. И суд Божий, Он придет на нас, на народ. Об этом говорится. И в то время, когда это придет, Бог, Он видит тех, которые принадлежат Ему. Давайте мы прочитаем еще раз вот этот псалом, 120-й псалом на русском. Давайте мы вспомним написанное в этом псалме. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? מאין תבוא העזרה לעם שלנו? Откуда придет помощь к нашему народу? מי יציל אותנו מעצמנו? Кто спасет нас от самих себя? מי יושיע אותנו? Кто спасет нас? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Это и в личном плане. Если не будет дома, не будет еды, и не будет воды в кране, и не будет электричества. Если наш телефон будет не работать. Ой, гевальд. אז נפנה לאלוהים. Мы обратимся к Господу. ונזכור אותו. И мы вспомним Его. עזרי מעם אדוני. Помощь моя от Господа. פסוק 3. אל ייתן למות רגליך. Третий стих. Не даст он поколебаться ноге твоей. אל ינום שומרך. Не воздремлет хранящий тебя. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. אוי, כאבות שיש לנו ילדים, בנים ובנות בצבא. У тех, у кого сегодня дети находятся в армии, сколько мы будем нуждаться в этих стихах, когда мы не будем знать, где, мы не будем знать, где они, не будем знать, что происходит сейчас с ними. Мы будем держаться написанного в этих стихах, молиться этими стихами за наших детей. Адонай шумреха. Адонай цилха аль яд ямінеха. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Авал царих ознаим лишмуа ото кшу медабер элену. Но нам нужны уши, которые слышат Господа, когда Он говорит к нам. Ахину шама, торит арегель меагаз. Наш брат, он услышал этот голос: убери твою ногу с газа, замедлься. Ва уницал меатил шенафал. И он был спасен от этой ракеты, которая летела. אלוהים הזהיר אותי רגע לפני ההתהפכות אז בצבא. Тогда, когда я был в армии, Бог сохранил меня во время аварии. נתן לי אוזניים לשמוע אותו. Он дал мне тогда ухо слышать его голос. זה שעמד לפניי וזה שעמד מימיני נהרגו.
Те двое, один, который был здесь, другой был там, они погибли. И Бог меня тогда спас. Но я хотел его. Я молился ему перед вот этими учениями. Страх Божий был в моем сердце. Это его милость. Но я хочу ободрить каждого из вас ходить в страхе перед Богом. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Давайте мы будем помнить это. Даже если здесь, в Израиле, наступит критическая ситуация, если будут враги снаружи и снутри, возможно, что Соединенные Штаты нас не будут поддерживать. И мы останемся одни. Но Господь с нами. Адонай шомреха, Адонай цилха, аль-яд имейнеха. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Аллилуйя, у каров элену. Аллилуйя, он близок к нам. Амалахим шело, Иешуа омер, ше амалахим нишлахим, аав шолях эт амалахим. Иисус говорит, что он посылает ангелов. באל העברים פרק א' כתוב שאלה מלאכי השרת שלוחים לעזרת הקדושים. В послании к евреям, 1 главе, говорится, что это служебные духи, посылаемые на служение святых. הם יהיו הצל שלנו. Они будут нашей тенью. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. Днем солнце не поразит тебя и луна ночью. Elohim itanu bayom vebalayla. Господь с нами днем и ночью. Adonai ishmorcha mikol ra ishmor et nafshecha. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Lo medubar rak befizi, agana fizit. И здесь не говорится только про физическую охрану. Ela hu shomer et hanefesh. Но это охрана для души. Shalom shel Elohim. Мир Божий. Bimkom pachad. Вместо страха. Это то, что есть в нашей душе. И Господь может наполнить наше сердце своим светом. Я помню, когда я был в армии. Со мной служил солдат, который был с северного Тель-Авива. לאלה שלא יודעים, צפון תל-אביב זה המקום של העשירים. Обычно это место, где живут богатые люди. И он смеялся надо мной. צחק עליי שאין לי חברה. Он смеялся надо мной, что у меня не было подруги. צחק עליי שאני בתול. Смеялся, что я был девственник. באוטובוס, בדרך לסיני, כשכולם שומעים. Когда мы ехали в автобусе по пути на Синай, все это слышали. אבל באמת לא היה אכפת לי. Но мне было все равно. כבר נולדתי מחדש. Я был рожденный свыше человек. כבר מסרתי את החיים שלי לאדם. Я отдал свою жизнь Господу. כבר בחרתי. Я сделал свой выбор. לא היה אכפת לי. Мне было все равно. האמת היא, ריחמתי עליו. Я просто смилостивился над ним. ואז היה איזה תקופה קשה באימונים. И был такой тяжелый период во время учений. ביום ובלילה. И днем, и ночью. ויום אחד במסדר לילה. И однажды ночью во время построения все были очень усталые. Мы находились где-то на открытой местности. И мы считаем солдат, и одного не хватает. Его не хватало. И он куда-то залез на какую-то высоту. Там были такие специально построенные башни, которые наблюдали, оттуда наблюдали за стрельбой из танков. И он был в депрессии. Он был весь разрушен. У него не было Господа. הייתה לו חברה והוא חי בחטא. У него была подруга, он жил в грехе. אבל זה לא עזר לו בזמן הזה. Но ему это не помогло в этот трудный момент. ויותר מאוחר נפרדו דרכנו. И позже наши пути разошлись. ושנינו עברנו תאונות קטלניות. И мы оба прошли через страшные аварии. אני התהפכתי עם נגמש. Я был в аварии, где перевернулся бронетранспортер. וכבר אמרתי לכם שניצלתי. О чем я рассказал прежде, что я остался там жив. הוא התהפך עם ג'יפ. Он перевернулся на джипе.
ונהרג. И он погиб. Адонай ишмеха микол ра. Господь сохранит тебя от всякого зла. Ишмор эт нафшеха. Сохранит душу твою. Адонай ишмор цетха увоаха. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое. Меата веад олам. Отныне и вовек. Аз ахшав азман. Сегодня это время לכל אחד מאיתנו, для каждого из нас, לחשבון אישי מול אלוהים, это ваши личные отношения с Господом. איפה אני נמצא? Где вы находитесь? וכשאני כרואה קהילה עומד ושופך את הלב, כפי שאני עשיתי שבוע שעבר, и когда я как пастор, я стою здесь и изливаю мое сердце, как это было на прошлой неделе, אל תעלבו. Не обижайтесь. אל תעלבו. Не обижайтесь. כתוב בספר משלי מלא פעמים שחכם אוהב שמוכיחים אותו. В книге притчи многократно написано, что тот, кто любит, он обличает. אקסיל, הטיפש לא אוהב את זה. И глупый человек, он не любит обличение. זה תלוי מאיזה לב זה בא. Это все зависит, от какого сердца это приходит. אם זה בא מלב שאוהב אתכם. Если это изливается из сердца, которое любит вас. אז החכם יקבל את זה. Тогда мудрый он принимает это. תודה על העדות שלך, אחינו. Спасибо, брат, за твое свидетельство. שאדון יברך אתכם. Пусть Господь благословит вас. יש לנו, אמורה להיות לנו איזושהי, הנה, יש פה קופה, בפינה. Здесь у нас есть вот такой ящик. ובקופה הזאת כל תרומה שנכנסת היום זה תהיה להכינו, לקהילה שלהם, לעבודה שלהם. Все пожертвования, которые будут в этом ящике, они будут отданы для служения нашего брата. אז תרגישו. Для брата, для служения. באהבת пожалуйста, המשיח, כן. С לתרום. Любовью Божией чувствуйте свободно. אמן. יש לנו היום את הדיסק החדש הזה. У нас также есть сегодня новый диск. Дисалел של של הקהילה. Это прославление нашей общины. Тודה רבה לסלסט ולכל הצוות שעבד איתה. Спасибо Селест и всей группе, которая работала над этим. כן. כל השירים פה אלה שירים שמחברי קהילה, נכון? אני אומר נכון? אוקיי. כל השירים פה. Все эти песни они были написаны членами этой общины. והיום ניתן לרכוש את הדיסק הזה. Сегодня есть возможность приобрести этот диск. ניתן להכינו במתנה. Нашему брату мы дадим его в подарок. את הדיסק הזה. זה בעברית, אבל это на иврите. כדאי ללמוד את זה. Вы выучите. זה השפה שתהיה בשמיים. כן. טוב, יופי. בואו צוות הלל. בואו ניתן תודה לאבינו שבשמיים. תודה צ'ארלס, תודה שרית. Спасибо Чарльзу, спасибо Сарит. תודה על העדויות. Спасибо за ваше свидетельство. יש את השירים גם בספוטיפיי וגם באפל מיוזיק. Эти песни также можно найти на Spotify и Apple Music. Тот, кто слушает через телефон. Улай гам бе Orange Music, а не лондел. בואו נעלה לו את האדון. Давайте прославим Господа. כל עולמי אחוז בך
Что Ты был с нами сегодня. И спасибо, что Ты принимаешь нас со всеми нашими слабостями. Спасибо, что Ты действуешь в нас, чтобы совершить начатое в нас. Спасибо, что Ты, Господь, ходатайствуешь за нас. Ты покрываешь нас Твоей кровью. מרימים את השם שלך. И мы превозносим Твое имя. ונותנים לך תודה. И мы воздаем Тебе благодарность. על הפעולה שפעלת בחיים של שרית. За действие, которое Ты произвел в жизни Сарит. שראית אותה, שהצלת אותה מאלכוהול, מכישוף. Что Ты видел ее, Ты спас ее от алкоголя, от оккультизма. אנחנו מודים לך על העדויות, אדון, איך אתה פועל דרך המגה וויס. Благодарим Тебя за свидетельство, как Ты действуешь через мегавойс. Модим леха, что репета это ивер. Благодарим, что Ты исцелил слепого. Верод йотер мизе, что Ты мошия это овдим. И что Ты спасаешь. Ве модим леха, авуа,
פעולה שלך באוקראינה. И благодарим тебя за твое действие на Украине. שאנשים באים לאמונה. Что люди приходят к вере. ותודה ששמרת את המשרת שלך, את אחינו. И спасибо, что ты сохранил нашего брата, служителя. את ליאוניד. Леонида. תודה לך עבורו ועבור אשתו. Спасибо за него, за его жену. עבור הילדים והנכדים. За его детей, за его внуков. עבור כל הקהילה שלהם. За всю общину. אנחנו מברכים אותם. Мы благословляем их. בשם ישוע המשיח. Во имя Иисуса Христа. ומבקשים עכשיו את ברכתך עלינו כולנו. И мы просим твоего благословения на всех нас. גם על כל אלה שלא נמצאים פה. На тех, кто сегодня не находится с нами. חיילים, חיילות בצבא. На солдат в армии. מבקשים את ברכתך. Мы просим твоего благословения. גם רפואה לחולים. Также исцеление для болящих. אנחנו אומרים, אני אומר. Говорим. יברכך אדוני Сейчас и вместе, как Божьи священники, мы поднимем наши руки, и мы молимся и благословляем правительство Израиля и весь народ, живущий на Сионе. И мы говорим, Шалом и всем доброй недели.